Всем привет! Вы на канале Гав-мяу Чик-Чирик. И сегодня у нас будет уборочка у хомяков. Попугайчики у нас уже расчирикались. Они вам говорят всем привет. Так, тут у нас Ромашечка. Детки у нее уже подросли, начали вылазить. А открыли глаза еще. И открыли глаза. Ромашка. Вылазь. Вот правильно, детки, вылазьте. Сейчас мы вас тут по очереди и перелуем. Вылазьте. Первый пошел. Вот он. У нас такой вот красавец. Шик или красавица. Тихо, не надо. Нормально все. Не прыгай только не выпрыгивай. Вот такой. Хорошенький. Маленький. Мы сейчас тебя пока что сюда поставим. Вот он. Вот такой вот. Ромашка, вылазай. Вылазай. Все вылазаем. Ой, какой домик у вас грязный. Ну ничего, сейчас это время. Сейчас он у нас будет чистенький. Давай. Вот и третий, сейчас будет и четвертый. Давай. Куда? Стоять, что ты такой шустрый? Опа, давай. Вот у нас, тихо. Какие вот тут у нас эти... Шустренькие. Че, мамашка? Давай сейчас мы тебя тоже возьмем. Вот такие хомячки. Им сегодня исполняется 3 недели. Так, вот и мамашка. Сейчас мы вас всех пересадим. В этот контейнер. Так. 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 Вот мамашка уже со своими детками. Тут вот такие вот карапузы сейчас бегают. Семечки едят. Так, сейчас мы их поставим, а сами будем сейчас убираться. Так, хомячки сейчас бегают, а мы сейчас будем доставать у них все вещи из их контейнера. Так, первым делом мы вытащим у них их туалет. Во-вторых, мы вытащим их место для яблочек и всех фруктов. В-третьих, мы вытащим тарелочку с кормом. В-четвертых, мы вытащим тарелочку с водой. Так, все, ничего больше нет у них. Сейчас мы будем у них все вытряхивать. Опа, пакет.
мусорный. Все вот такое у них. Сейчас мы вытряхать все будем. А тем временем покажем, что творится у хомячков. И ромашки. Так. Так, сейчас мне Захар поможет вытряхнуть мусор из контейнера. Так. Сейчас я пойду помою контейнер, и мы вернемся к вам. Итак, все, мы помыли контейнер. Хомячки там уже заждались, поэтому мы сейчас будем засыпать опилки. Так. Так, все, опилки засыпаны. Теперь можно хомячков. Сейчас надо начать с мамаши. Самый кусающийся и крикливый. А нет, что-то все нормально. Так, раз, два, три. Ой, тихо. Четыре. И пять. Все. Всех пересадили. Все сейчас бегают. Бегают. У контейнера. Бегают по контейнеру. И сейчас мы будем ставить домик, когда его помоем. Так, все. Хомки, отойдите. Отойдите отсюда. Чего вы в этот угол пришли? Чего больше углов нет? Так. Тут мы вам сейчас домик поставим. Пилочек тоже. Ой, тихо. Так, сейчас побольше опилок насыпем, чтобы кое-какие углы прикрыть. Так, сейчас мы им поставим здесь туалет, когда его помоем. И сено насыпем. Так, ну все можно насыпать сейчас, чтобы они начали его уже затаскивать. Опа. Я думаю, вот столько сена им должно хватить на некоторое время. А вы что тут забились? Ну-ка давайте идите к мамочке. Так, все. Сейчас мы помоем туалет их и заодно все остальные кормушки. Так.
Все разбежались с подарком, хотя нет, не все. Итак, все. Мы помыли. Опа. Ставим водичку. Тарелочку с едой. Сейчас наберем ее. Много шишек не будем. Тарелочку с едой вот сюда. Так. И место для фруктиков вот сюда. Вот сюда для фруктиков. Итак, ставим туалет. Насыпем этих опилочек. Все равно много не надо. Ай, а, нормально. Знаешь что? Они мелкие, которые здесь не хотели залезать, они сейчас сидят и прячутся под сеном. Опа, ага, здорово. Так, а ну-ка, живо домой. Вы, оболтус. Ну вот и все. На этом видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока.